Приветствую вас на канале Hard Days at Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Fairphone 3 изменить обои. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел экран. Обои. Можем выбрать одни из живых обоев. Можем выбрать одни из предустановленных стандартных обоев. Такие вот у нас есть на выбор. Можем перейти в мои фото и выбрать любое другое фото, которое можем скачать с инета, или же просто сделать фотку и поставить его как обои. Выбираем фотку. Здесь можем настроить, как она будет выглядеть. И затем нажимаем «Установить как обои». Затем выбираем, хотим ли мы ставить на экран, домашний экран, на экран блокировки или же на оба экрана. И после этого обои поменяются. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.